Hi, people. Снова Артик ведет трансляцию из своего рембокса. Сегодня ремонтируем автомобиль Opel Antara, 2011 год. Поменяем сегодня на нем передний левый ступичный подшипник. Не забываем ставить лайк, подписываться на каналчик, жмякаем в колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И как всегда, вперед, погнали! Так, для начала откручиваем ступичную гайку. Голова на 36. Далее немного давим поршеньки на суппорте, чтобы легче снять при помощи отвертки. Теперь откручиваем направляющее, снимаем суппорт. Откручиваем направляющее ключом на 14. Здесь держим 17. Далее откручиваем и снимаем саму скобу суппорта. Для этого откручиваем два болта на 18 и демонтируем скобу. Итак, вот мы сняли тормозной диск, суппорт, все убрали, добрались до подшипника ступицы. На данном автомобиле подшипник ступицы это один неразборный узел. Для его замены необходимо просто сам подшипник ступицу открутить и демонтировать с поворотного кулака. Подшипник ступицы идет с датчиком ABS. Рассоединим штекер. Есть. И достанем штекер из крепления тоже. Теперь необходимо с задней стороны поворотного кулака открутить три болта под головку 15 раз, 2. И с той стороны 3. Откручиваем три болта и демонтируем подшипник ступицу. Так, три болта сзади крепления подшипника ступицы я открутил. Теперь чуть-чуть постучим снаружи по ступице молотком, потому что ступица металлическая, кулак алюминиевый, образовалось там окисление. Попробуем чуть отстучать и потом будем использовать обратный молоток. Пробовать сбить подшипник. Если не будет получаться, будем, значит, откручивать от стойки, поворотный кулак, снимать шаровую и рулевой наконечник и перепрессовывать. Но пока буду пробовать при помощи обратного молотка. Так, при помощи обратного молотка и вообще молотка подшипник даже не сдвинулся ни микрон с места. То есть это все гиблый номер получается. Что будем делать? Будем снимать поворотный кулак и выпрессовывать подшипник при помощи стационарного пресса. Что делаем? Откручиваем рулевой наконечник, достаем из поворотного кулака. Откручиваем шаровую опору, тоже болт здесь. Ой, вернее гайку. Достаем шплинт, откручиваем гайку. Достаем и два болта крепления амортизатора к кулаку.
Также откручиваем, снимаем поворотный кулак и идем выпрессовывать. Так, кулак сняли. Идем выпрессовывать. Итак, подшипник мы демонтировали. Видим, насколько окислился металл и алюминий между собой. И это все держало подшипник в поворотном кулаке. Достаем новый, сравниваем. Новый подшипник. В комплекте идет только гайка шруса ступичная, болтов новых креплений я не вижу, это есть нехорошо. Итак, визуально подшипник такой же, вылет такой же, сравним вылет подшипника самого, ступ по высоте все то же самое, штекеры идентичны. Сейчас идем к автомобилю, примеряем посадочные по шрусу, чтобы шлицы подходили. Посадочная по шрусу тоже good, все подходит. Что делаем дальше? Определили, подшипник у нас тот. Подшипник в сторону. Теперь необходимо подготовить посадочное в кулаке под подшипник. Вычищаем все окислы, всю окалину. Здесь чистим поверхность. И готовим подшипник к установке. Вот покажу. Вот у нас подготовленная уже часть чистая, а вот эта часть с окалиной. Разница почти миллиметр по высоте. Мы так полностью убираем вот это вот окисление, окалину эту полностью по внутренней стороне и плюс здесь подравниваем. Итак, вот я все почистил. Посадочная у нас теперь идеально выглядит. Сейчас проверим, как вставляется подшипник. Как видим, подшипник вставляется без проблем, все отлично, но собирать будем на месте. Переходим к монтажу кулака, к монтажу подшипника.
Все собираем, как всегда, в обратном порядке. Погнали! Возможно, меня, возможно.